Всем доброго дня. Ну вот я сходил сейчас в ШОК. Вот, я хочу вам показать, что я купил за 219 лир. Давай начнем с самого насущного, с хлеба. Вот хлеб со трубями, вот он, пожалуйста. Вот. Кепекли экмек. Обычный хлеб, вот такой вот, экмек. Купил вот две вот такие кукурузы, вот они. Такие, с молоком я их люблю. К нему купил я две пачки молока, полужирных молока, вот, пожалуйста. Печеньки, они рассчитаны вообще-то на детей, а мы тоже чьи-то дети. Вот, поэтому тут нет никаких трансгендерных вот таких вот масел всяких, это молочные чисто. В общем, короче, с 12 лет и плюс. Ну, 12 лет и плюс, ей 60 лет, значит, мы тоже дети, мы тоже чьи-то дети, какие бы мы ни были во взрослой этой. Три пачки подсолнечного вот этого. Я их сейчас от соли уберу через это. И они соленые бывают. Но соли так просто поверхностно. И это для мозгов, для думающего мужчины. Вот. Купил вот коричневый сахар, тростниковый, вот он. Вот. Вот такой вот сок. Вот, абрикосовый, кайсер, нектары. Вот у меня за 219 лир. Вот такие вот дела, ребята.